Это магазин Майли? Да, Майли. Это я. Чем могу служить? Меня прислал мистер Зен. Просил купить продукты. Вас прислал дядя Зен? Он ваш дядя? Да. Но откуда вы его знаете? Я попросил его обучать меня тайской борьбе. И дядя согласился вас учить? Мой дядя уже давно никого не учит. Раньше к нему приходило много людей, а теперь он предпочитает одиночество. Я принесу все, что ему нужно. А вы откуда? Я родился в Бельгии, но сейчас живу в Лос-Анджелесе. Зачем вы приехали в Таиланд? Мой брат приезжал драться с Тонг По. Ему здорово досталось. Поэтому я здесь. Вы тоже хотите драться с Тонг По? Да. Затем я и приехал к вашему дяде. Тонг По очень опасный человек. И очень злой. Он держит нашу провинцию от имени Фредди Ли. В каком смысле? Мы должны платить, иначе будут неприятности. Обратитесь в полицию. Фредди Ли платит полиции, чтобы она не вмешивалась. Только, пожалуйста, никому не говорите. Я боюсь потерять магазин. Больше у меня ничего нет. Прошу вас, не вмешивайтесь. Не позволяйте горстке придурков грабить вас. Я должна платить, ничего страшного. Так нельзя. Они не имеют права отбирать у вас деньги. Поступили очень глупо. Что вы хотите сказать? Теперь у меня будут крупные неприятности. Это же сделал я, а не вы. Фредди Ли на это наплевать.